Всем приветики! Меня зовут Като. Сегодня у меня будет проходить мастер-класс по цветному окрашиванию волос в Москве. Я считаю, что самая важная особенность моего мастер-класса заключается в том, что у нас нет какой-либо привязки к бренду, потому что в России у нас очень много красок, очень много разных брендов, и все они работают по-своему, то есть у каждого бренда есть свои особенности. И независимо от того, какой краситель вы для себя выберете для работы, вы должны быть готовы ко всему, потому что вы же не знаете, с чем на волосах к вам завтра придет клиент, и вы должны уметь правильно ее покрасить. В каждом моем мастер-классе есть достаточно большая теоретическая часть. Мы здесь будем рассматривать не только особенности бренда, техники нанесения, обязательно классификацию красителей. В общем, все особенности, которые касаются цветного окрашивания, я обязательно рассказываю и показываю. Также мы обязательно поговорим про уход, про поддержку яркого цвета и рассмотрим с вами, как же нам потом перекраситься из ярких волос обратно в натуральные. Два года. Где ты сейчас работаешь? Это Жулебина, Олдбой. Олдбой, то есть ты барбер? Да. В каком направлении ты собираешься дальше развиваться? Барберинг и колористика. Мне очень нравится колористика, понравилось, интересно. Развиваешься постоянно, что-то новое. И цветное окрашивание – это что-то нестандартное, и хочется задать свою нотку, особенно в мужской колористике, чтобы это было броско, ярко. Как тебе сегодняшний мастер-класс? Очень круто, студия нравится, все так необычно. Мастер-класс понравился тем, что очень много брендов, как бы нет одной узкопрофильной линейки, то, что можно все потрогать, посмотреть, выбрать что-то для себя, нет рекламы в этом плане, это очень круто. Вот. На своих мастер-классах я показываю только свои авторские техники. Это то, что я нарабатывала годами, и надо сказать, что я прям с удовольствием делюсь с вами своим опытом. Мы будем рассматривать модели не только с окрашиванием полностью от корня, но и с растяжками цвета. То есть как нам работать, если часть волос у нас получается натуральная, а часть волос у нас осветленная. Это тоже нужно уметь грамотно покрасить. Три с половиной года в окрашивании. Три с половиной окрашивания. Да. Где ты сейчас работаешь? На Тверской салоне. Вивалукс. Да. А вы делаете там цветные окрашивания? Периодически, только это как нововведение. На самом деле, большое спасибо за семинар. Он был очень информативный. Очень рада, что есть такие мастера, которые готовы делиться знаниями без какой-то, без подводных камней, так как оно есть, честно, открыто. Спасибо, правда. Какой у тебя стаж работы? Года 2. Да. Хороший стаж, что-то как-то изнительно. Где ты сейчас работаешь? Сейчас я не работаю. Почему выбрал для себя направление, связанное с цветным окрашиванием? У меня неплохо получается обесцвечивание. И у нас в Московской области очень мало мастеров, которые занимаются именно цветным окрашиванием. Настолько мало, что их практически невозможно найти. Так, из какого ты города? Кубинка, Московская область. Как тебе сегодняшний мастер-класс? Изумительно. Я в восторге. Очень много эмоций, очень много классных идей. Мне все очень понравилось.
этого уже делала цветные окрашивания? Да. И как тебе? Хорошо, мне понравилось. Как тебе сегодняшнее окрашивание? Ну, мне нравится, все отлично. Все отлично. Зеленый не пугает? Нет, наоборот, здорово, ярко. Ярко позитивно. Не быть серой массой. Из какого ты города? Представляю город Набережные Челны, Татарстан. Татарстан. Да. Давно ты там работаешь? Работаю уже порядка 10 лет. 10 лет. И скажи мне, пожалуйста, как тебе... Тяжело или, наоборот, может быть, легко продвигать окрашивание в Татарстане? В данный момент легко, потому что сейчас это там очень актуально, но мастеров там очень мало. Поэтому сейчас, в данный момент, я, наверное, все-таки буду продвигать самое первое именно в Челнах. Очень здорово. Очень смело. Насколько продуктивный для тебя был мастер-класс сегодняшний? Для меня это было очень продуктивно, потому что это все равно не та информация, которая дается в интернете, всякие онлайн-курсы, это все не то. То, что я могу потрогать, я могу увидеть, я могу своими глазами все цвета, все красители, это очень полезная информация, очень много полезной информации, которую я буду, скорее всего, советовать и продвигать тоже как обучение в Челнах. Из Курска. Ну, вообще в Москве сейчас. А какой у тебя стаж работы? Ну, полгода где-то. Полгода, как ты отучилась? Ну, да. А почему ты выбрала для себя направление с цветным окрашиванием? Очень интересно, креативно, всякие штуки можно интересные делать. Необычно. Люблю все необычное. А насколько информативный был сегодняшний мастер-класс? Очень информативно. Очень. Не, ну серьезно, этой информации нигде почти нету. Только если в интернете долго искать, находить, там, рыться. А как-то это все закрыто пока что. Вот. А здесь столько информации новой сразу. Вообще очень круто. Я не работаю, для себя пришла. Ты училась цветить парикмахерство? Нет. Нет, тебе Нет. просто нравится? Да, мне нравится цвет, и я экспериментирую пока сама с собой, поэтому решила для себя что-то новое узнать. Потрясающе. Почему? Ну, я люблю цвет, мне нравится. Что? Ну, да, но это круто. Это необычно, интересно, стандартно. Все самое яркое продвигает. Да, ну, что-то вроде того. Как тебе сегодняшний мастер-класс? А здорово, я узнала много интересных каких-то вещей для себя. Ну, что-то можно применить, скажем так, на практике. Это здорово. Пять лет. Пять лет? А где ты сейчас работаешь? Сейчас я работаю в технологом марке Label, а также на себя. Это очень здорово. А как часто к тебе приходят цветными окрашиваться? Сезонно. Весна, осень. Ну и, конечно же, люди очень любят скрытые окрашивания, так что достаточно часто. Так, и насколько информативный для тебя был сегодняшний мастер-класс? На самом деле очень информативный. Я получила вдохновение, за которым сюда и, собственно говоря, и пришла. Вот, и получила некоторые техники, за которыми и пришла. Большое
окончанию моего мастер-класса вы получаете не только вдохновение и новые знания, но и мой авторский сертификат. Девочки, на самом деле хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы, в принципе, сюда сегодня пришли. Мне очень приятно всегда видеть мастеров, которые стремятся учиться, стремятся развиваться, потому что, мне кажется, это, наверное, самое основное. Всегда есть к чему стремиться, и всегда есть у кого учиться. Поэтому самое главное, чтобы у вас никогда не пропадал вот запал идти все время дальше. Что я вам хочу пожелать? Во-первых, самых безумных экспериментов, да, самых творческих вам клиентов, самой чистой базы. Это прям основное. Вот. И что вам хочу сказать? Вдохновения побольше, ярких вам голов. Вот. Сегодня я хочу выразить отдельную благодарность моей команде. Это мои мастера Даша 1 и Даша 2. Это девочки, которые вчера готовили мне модели и сегодня непосредственно помогали мне на мастер-классе. Большое спасибо вам, мои крошечки, Дашечки. Вот. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, меняйтесь, улыбайтесь. Особенность моего мастер-класса заключается, и голос пропал, не только новые знания и прям большое такое, чего это большое? А что мне говорить-то? Сегодня я хочу сказать прям вот вы...